После постройки нашего гриндера, вы помните, я его делал из старого плиткореза, у меня остался тот столик. Он был слегка поведенный, и столик нам, в принципе, не нужен был. Но сейчас мы задействуем его в этой самоделке. Кусок столешницы старой, вот из нее будем делать. Сейчас мы сделаем разметку по форме нашего плиты и вырежем.